телерадиоканал «Страна ФМ» дает вам сегодня такую возможность. Здравствуйте, в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов, искренне всех приветствуем. И, друзья, очень рады, что у нас сегодня в студии, да, во-первых, замечательный актер, а еще очень рады тому, что он по совместительству замечательный парфюмер. Да, уж такое бывает нечасто. Сергей Губанов, здравствуйте. Просим Сереж, любить привет. И жаловать. Сереж, привет. Очень рад тебе. Спасибо, что такой нарядный, красивый. В понедельник сразу как-то вот, несмотря на ужасную погоду, настроение значительно улучшилось. И загорелый, Александра. Вот где в Москве? Может быть, в Химках, может быть, где-то на юге так загорел? Нет, маленький секрет. Я вчера вернулся, был в Испании, поздравлял своего друга Алексея Романова, композитора, с днем рождения. И вот на несколько дней буквально застал и успел обгореть, потому что мы провели целый день на улице, и, соответственно, вот... Скажи, пожалуйста, глядя в испанское небо, не заметил ли ты теплый фронт, который шел сюда по направлению к Москве? Потому что, ну, сколько ж можно-то? Я искренне желал, чтобы, когда мы сядем в Москве, этой температуры минус 1 градус не будет, но вот как она что есть... Что случилось, то случилось. Я думаю, что к концу этой недели мы все-таки вернемся к теплому фронту. Спасибо, надеюсь, друзья, что тебя слышу. Ну, да. Наверняка вы сейчас смотрите на Сергея, и теперь, во-первых, очень красивый молодой человек, во-вторых, конечно, узнаете его по многочисленным фильмам, а фильмографию Сергея мы сегодня еще считали с Романом, что-то там около 40, а то и больше фильмов. Да вы что? Фильмов, ну, да, сам скажи, да, знаешь, ведешь статистику. Я не считаю, потому что бывают те проекты, которые не выходят, они не засчитываются, так сказать, в копилочку, да, а те, которые засчитываются, их туда ставят, когда уже эфир вступает, и они уже... Ну, однако, вот в интернете гуляет именно такая информация, приятно. Уже посчитаны все, Сереж, твои, ну, работы. Вот, да, самый такой фильм, который наибольшее количество откликов, вот как ты сам скажешь. Ну, естественно, голливудский, да, он назывался «The Gift», в российском прокате «Подарок». А, «Подарок». Да, в США он прошел под названием «Эшелон Конспирси», «Заговор эшелона». Вот он самый запоминающийся, потому что и по опыту работы с голливудскими актерами, с голливудской командой, и по сценарию, и, ну, это прям вот моя первая школа, я очень этим проектом горжусь. Ну, а из российских... Так. Фильм «Заговоренный», который вышел на втором канале, на телеканале «Россия», как сейчас говорят, там я сыграл капитана, ушедшего в отставку ФСБшника, и он работает по контракту. Там на гитаре там играл очень хорошо. Ой, там все было. И да, из всех видов оружия пострелял, и на автомобилях поездил, и было прекрасное время. Сереж, мы должны сказать, что не только ты гордишься, но и мы гордимся там тобой. Спасибо. Да, и тем, что ты так успешный и в Голливуде свою карьеру Кстати, строишь. Кстати, надеемся, у нас здесь. Что будет продолжение и, в Голливуде. Конечно, друзья, мы рады, во-первых, тому, что снимается российское кино, где именно увидим снимается. Сергея в ближайшее время, мы тоже с вами узнаем, и мы рады также, что развивается парфюмерия российская. Об этом подробности скоро, чуть позже. Оставайтесь. Такая бритва, со старта улетает крыша, да и обороты выше за два квартала. Слышно, под карбоном табун, позабудь табу, и вдоль Москвы реки, как по Малибу. Лютые моторы, высотки из бетона, сам себе пилот и штурман в режиме турбо. Пулей в трафик, рикошетом гравий, осознают трассы асфальтового ралли. Летит, будто поворотом мяч с пенальти, дрифтит, крутит за носах, как вальс Вивальди. А чтобы знали все, чей это Гелендваген, а чтобы знали все, это Геликвани. Чей это гелик катит по шоссе на 23-дюймовом колесе. Собес заглохнут пусть на вахте, кто не знает Ваню, Ваню знают все. Чей это гелик катит по шоссе на 23-дюймовом колесе. Собес заглохнут пусть на вахте, кто не знает Ваню, Ваню знают все. На матовых, у матовых, а лето жарит. За полминуты до Марса, как лето Джаред. Это опасная игра, но Ваня любит драйв. Пожелает драйверу Lucky Strike. Адский гаджет нарушает сон мирных граждан. Чтоб утолить его жажду, нужно пару скважин. Как муха с подоконника стартует от подъезда. Но всем и так известно, чье это парка место. Это такие сани, что едут сами. В таком дизайне, что об этом ходят саги. Ну что стоишь, разинув рот, как пеликан. Уступи дорогу Ване с геликом. Чей это гелик катит по шоссе на 23-дюймовом колесе. Собес заглохнут пусть на вахте, кто не знает Ваню, Ваню знают все. Чей это гелик катит по шоссе на 23-дюймовом колесе. Собес заглохнут пусть на вахте, кто не знает Ваню, Ваню знают все. Гелик-ва-гелик-ва-гелик-гелик-вани. Гелик-гелик-гелик-гелик-вани. Гелик-ва-гелик-ва-гелик-гелик-вани. Гелик-вани. Чей это
гелик катит по шоссе на 23-дюймовом колесе. С обеда глохнут бомбы на вахте, кто не знает Ваню, Ваню знают все. Чей-то гелик катит по шоссе на 23-дюймовом колесе. С обеда глохнут бомбы на вахте, кто не знает Ваню, Ваню знают все. Знаете ли вы, друзья, что сегодня Сергей Губанов пришел в эфир телерадиоканала «Страна-ФМ», и, может быть, кто-то еще не знает, что Сергей занимается не только актерским ремеслом. Мы к этому перейдем, да. Обязательно. Роман, сначала мы пообещали, что после голливудской истории Сергея, да, и его фильмов легендарных узнаем у артиста о предстоящих его работах и премьерах, которые грядут. Вот знаем, на РЕН-ТВ будет фильм «Отцы». На РЕН-ТВ будет фильм «Отцы», он стартует, по-моему, либо в эти выходные, не либо в следующие. Не отца ли вы играете, Сергей, хочется спросить. Очень хотел играть отца, потому что пробовал себя именно на главного героя, который... Там какая-то такая страшная, жуткая история. Там жуткая история про девочек, которых захватили, драматическая, да, захватили в плен, кого-то разослали, кого-то в рабство, кого-то на органы в прямом смысле. И группа отцов, чьи дети оказались... По счастливой, да, случайности, довоевавшие когда-то вместе, начинает расследование и вызволение своих чад из, скажем, злых лап. А я играл человека, который курировал всю эту историю из кабинета подполковника ФСБ и по совместительству одного из сослуживцев. Да, история потрясающая. Потрясающе. Снимали в разных странах, не только в России, но и за границей европейских. В Армении. Уже скоро очень, да, планируется премьера? В эти выходные или в следующие выходные на РЕН-ТВ. Как все, смотрим, да, обязательно за анонсами, друзья. Ну, что-то еще выходит у тебя, Сереж? А, выходит на НТВ «По ту сторону смерти», где я играю с Светланой Ходченковой и с Гармашом Сергеем Леонидовичем. Хорошая компания. Очень хорошая компания, прекрасный сценарий. Я играю, опять же, человека военного, который влюблен в Светлану Ходченкову, так, и пытается как-то с ней наладить контакт, и помогает ей всячески в расследованиях. Вот этот проект, я думаю, что он выйдет осенью. А еще два проекта, в которых я принимаю участие, это «Новая жизнь» для Первого канала, режиссер Стас Иванов. Играю там в тандеме с Валерией Ланской, с Разбегаевым, Славой, и Антоном Хабаровым. Мы вот три брата и любим одну женщину. То есть ты там уже не в погонах, человек? Я там не в погонах, я там нейрохирург. Хорошо. Но тоже благороднейшая профессия. Да. Посмотри, какая. Скажи, она с тобой останется в итоге? Не буду раскрывать секреты. Надо будет ждать и смотреть. Сереж, в этом году, в 17-м, полный метр какой-то, может быть, что-то. Нет, в этом году полных метров не будет, а в следующем году будет. Не буду раскрывать секрет, пока мы не запустим. А театр? Театр есть у тебя? Театра у меня нет. К сожалению, времени не хватает. Три проекта. Вот у меня есть семья, парфюмерия и актерство. Вот скорее уже к парфюмерии мы с вами, друзья, постепенно и подходим. Надо сказать спасибо большое Сереже. Он нам принес такие вот подарочки. Здесь тестеры находятся. Мы сейчас с Романом будем это все слушать, тестеры смотреть. Или... Пробнички, тестеры маленькие. Ну и есть еще один такой вот тоже супер эксклюзив, но подробности чуть позже. Оставайтесь с нами, телерадиоканал «Страна ФМ». Сергей Губанов у нас сегодня в гостях. Заинтриговали. Она любит улыбаться, а я люблю смотреть на ее улыбку. Ей не надо притворяться, я красивее ее никогда не видел. Я потону в ее глазах годами, не отпущу ее нежные руки. И прикасаясь чуть нервно губами, забуду про посторонние звуки. Я обожаю то, как она спит, ноги, руки на мне, это так мило. Мы с ней поймали один ритм. Я люблю ее, и она меня полюбила. Она папина дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка, точка. Она папина дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Каждый день я жду новое завтра. Проснуться первым, разбудить поцелуем. Она приготовит завтрак, и он будет самым-самым-самым вкусным. Красота с годами уходит, лишь душа цветет и мудреет. И она внутри так красива, любое зло рядом с ней добреет. Я сделаю ее самой счастливой, она подарит мне сына и дочку. Я зову ее малыш, она меня милый, я ее люблю. Она папина дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я
люблю ее, точка. Она папина дочка, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Она папина дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка, точка. Она папина дочка, точно, в моем сердце прочно. Дорогие друзья, мы продолжаем. Телерадиоканал «Страна ФМ». И сегодня у нас в гостях Сергей Губанов. Всем привет. Замечательный актер, парфюмер. Мы уже поговорили про актерские дела. Еще обязательно напомним, где и когда Сергея можно увидеть в замечательных проектах на центральных каналах. Но теперь хочется перейти к одной из тоже очень главных частей жизни. Как сказал сам Сережа, три проекта главных у него: семья, актерство и вот парфюмерия. И это, конечно, вот эти замечательные, чудесные флакончики. Мы-то уж, девочки, точно без ума от этого, мальчики не все. Ну да, мальчики тоже без ума. Просто как разобраться, когда их 10, понимаешь? Это итак, уже очень сложно как для... как гласит легенда? Как-то известный актер Сергей Губанов понял вдруг, невзначай, что совершенно ему не на чего на себя наносить. И дело было не в том, что не было ни одного флакончика, просто как-то все не то. Да, Сереж, так примерно было? Ну, примерно... Рядом рыдали продавцы, да, потому что не было. Почему ничего не нравится, да, верите это, верите это. Нет, все банально и гораздо проще. Цены подскочили на те ароматы, которые... предпочитал покупать, и 14 тысяч рублей за мой любимый парфюм, который стоил 3,5, мне как-то вот... Я подумал, ну почему у нас в России никто не делает нишевую парфюмерию хорошую? А голливудские гонорары к тому времени уже подзакончились? Подзакончились, да, надо было экономить как-то, и пришла идея сделать аромат. Вот так я пришел к этому бизнесу. Но я не думал, что это будет бизнес. Сначала просто сделал для себя, для того, чтобы... Ну, слушай, надо же найти людей сразу, и в химии надо понимать, Сереж, как это вот... Ну, у нас трое, три компаньона. Виктория Кушнирова, Алексей Хренцов и я, Сергей Губанов. И каждый занимается четко отведенной... ролью в этом проекте. Я являюсь, так сказать, носом, тем человеком, который уже говорит, что да-да-да, это вот годится, это все, финальный вариант так и оставляем. Алексей у нас отвечает за продвижение, развитие бренда, и в том числе и за маркетинговую часть. А Виктория Кушнирова у нас отвечает за производство и, так сказать, контакты, куда, зачем, где, кого, как дернуть. То есть алхимией вся это она занимается? Добавляет, подсыпает? Нет. Раскрою секрет. Мы собираем и составляем брифы по карточкам. То есть каждая карточка имеет свое обозначение, свой аромат. Моно, который собирается в веер. Ты этот веер сидишь, слушаешь. Понимаешь, что вот это вот может быть интересно, давайте попробуем. А есть какие-то схемы, что-то с чем-то сочетается, сладкий, вкусный? Нет, нет, таких схем нет, потому что вот мы сделали два аромата, которые и добавили туда совершенно несовместимые, скажем так, вещи, и получилось очень круто, бомбически. Сереж, ты сам нашел этих вот партнеров своих? Да. Ты их нашел? Это, ну как, нашел? Судьба? Судьба, свела. Конечно. Послал идею в космос, мысль, сразу все получилось и образовалось. Скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что ты выполняешь роль носа. А твой нос, как тебе кажется, он, ну, в общем, чем отличается от носов твоих партнеров? Ну, насколько он чувствительный, да. Ну, как, это вот несколько как бы взаимосвязано с профессией. То есть я актер. Если мне верят, значит, я... Все обострено, все чувства. Все обострено чувства. Если мне нравится, значит, и люди, которые будут это слушать, носить на себе, им тоже будет нравиться. Сначала я делаю для себя, чтобы мне нравилось, а потом уже рекомендую и предлагаю остальное. Друзья, а вот в линейке Сергея Губанова и мужская линия есть, и женская. А начал ты с какой, Сергей? Начал, был аромат для него, for him. А также я сделал for her для своей супруги, и вот этими двумя ароматами сначала дело и закончилось. А в дальнейшем, когда уже стали спрашивать: Сергей, ну надо же где-то покупать, и почему у тебя только два, давай еще больше, мы сделали вот линейку You for You, так продолжим сказать. Продолжим обязательно, но сначала у нас МДМ, Ленинград на стране ФМ. Будет как будет, а будет ништяк, ко всем приходит чувак не присняк. Брось ты, не парься, ведь всяко бывает. Музыка жить и любить помогает. Музыка для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка словно глоток воздуха. Музыка для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка словно глоток воздуха. Не любит,
будет, все будет ништяк. Будет, как будет, а будет никак. В мире добро есть, ну и зло. Строить и жить помогает музло. Музыка для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка словно глоток воздуха. Музыка для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка словно глоток воздуха. Музыка, в принципе, разная есть. Можно подняться, а можно присесть. Может быть масть, а может не масть. Можно взлететь, а можно упасть. Ла-па-па-па-дай. 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 Будет как будет, а будет ништяк. Пускай уходит чувак-депресняк. Отходники и провокация. Главное это музация. Музыка для мужика. 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 Настоящему мужику нужна не только хорошая музыка, но и, друзья, прекрасный, чудесный весенний. Сергей Губанов у нас сегодня в гостях, актер и парфюмер. Привет. А, вот именно так ты себя и просишь, наверное, да, сейчас называть всех? Ну, актер, кто как парфюмер? Называет? Актер-парфюмер. Да. Ну да, в каком-то кругу актер больше, в каком-то больше парфюмер. Сереж, мы вот стали у тебя расспрашивать, как же все получилось, сложилось, и так ты собрал замечательную команду, партнеры хорошие, ты выступаешь носом, они все остальное за тебя делают. Мы все делаем много работы, поверьте. Из Франции. И ингредиенты, да, масла из Франции, из Грасса. Что вообще, ты расскажи, из чего? Масла, а что еще входит? Просто, ну, из чего это делают? Ну, тут секреты раскрывать весь не буду. Скажу только про ввод. Да, обычный ввод, который составляет от 8% масел до 30%, который существует по ГОСТу у нас. Мы вот вводим его чуть больше. 35-40, и сделали обозначение свое. Не «eau de parfum», не «eau de toilette», а «eau for you» — «вода для тебя». И с этим новшеством, с этой новинкой мы пришли на рынок. Парфюмерии. ГОСТы поменяли, скажи, получается. Скажи, пожалуйста. ГОСТ, ну, расширили. Вообще, знакомиться с парфюмерией, читать что-то, хотя бы посмотреть фильм «Парфюмер», ты решил после того, как уже запустил духи, или все-таки было сначала изучение глубоко этой темы, а потом уже... Ну, не скажу, что я очень сильно углубился в изучение. Да, я простудировал в течение 3 месяца очень много информации про изготовление, про, скажем так, технические составляющие, про масла, про замесы, заводы, линии, где это можно сделать в России. И нашел не так много предприятий, не так много людей, которые могли бы этому помочь. Потому что уже рынок у нас был поделен между большими крупными компаниями, которые продают именно парфюмерию, не будем называть эти громкие имена, сетевых магазинов. Вот. А мы вот решили поломать стереотипы, что нишевая парфюмерия может быть доступной и должна быть доступной. Потому что когда сталкиваешься сам с теми производственными, скажем так, деталями, знаешь, сколько это стоит, и смотришь, сколько это стоит в магазине, приходишь в ужас. Поэтому мы вот ломаем стереотипы. Как тебе удается совмещать в себе артиста, человека гуманитарной профессии, гуманитарного склада, и вот такого аналитика, бизнес-аналитика? Как это же тоже искусство. Это тоже искусство. Ну, когда ты вкладываешь деньги свои, ты уже, извините меня, учишься считать. Да, жить захочешь, будешь считать каждую копеечку. Вот. Ну и нам помогают много друзей, знакомых. И вот мы сотрудничаем с пиар-агентством 42 Street, 42-я улица. И они нам помогают в продвижении нашего бренда. И также у меня мой агент Марина Карнаева, которая ведет меня по актерским делам. Да, всем привет, девчонки. Девчонки, вот. Большой вам привет. И огромный привет, конечно, Николаю Баскову. Именно. А почему? Кто к кому обратился? Да. Сергей к Николаю или Николай к Сергею? Как появился замечательный новый аромат «Игра», вы узнаете в ближайшее время. Оставайтесь с нами. Страна FM. Все к лучшему.
Твои губы в огне, ты горишь извне. Леди Благо Чоколадо. Каждый пот в толпе плывет по тебе. Зоопарк и клоунада. Ты не малышка на мили-мили-миллион. Ты леди на миллиард каратов. Если ты маг, то открой мне свой бутон. Моя миссис пропаганда. This is a man's world. This is a man's world. Так что без лишних подкатов, букетов шоколадок, гламурных подкладок, я подойду к тебе просто, скажу тебе нагло привет. Если чё, я баха. Пожираешь всех взглядами, да. Тигры становятся котятами. Они с подарками прыгают к ногам твоим, да. Но все это прокатит навряд ли. Она говорит мне типа: я не такая, меня трудно найти, парень, я словно из рая. Слышь, я не в курсе, что ты там употребляешь. Девочка, спустись на землю и не прогоняй, не забудь, что this is a man's world. This is a man's world. Так что без лишних подкатов, букетов шоколадок, гламурных подкладок, я подойду к тебе просто, скажу тебе нагло привет. Если чё, я баха. Дорогие друзья, мы продолжаем общаться с Сергеем Губановым, и хотелось бы понять, как Николай Басков возник появился в нашем профессиональном, да. Да, друзья, вот посмотрите, пожалуйста, есть такой флакончик «Чудесная игра». Все знают, услышали, у Николая Баскова было шоу «Игра». Было шоу «Игра». Да, чудесное шоу. Красоты невероятная, да. И я так понимаю, что этот самый парфюм был выпущен специально, специально для этого для его шоу. Шоу. Да, именно для его шоу, и по названию его шоу «Игра» также мы назвали «Аромат». И бились над ним очень долго, потому что... Ну, извини, пожалуйста, что перебиваю. Так как же все произошло-то сначала? Коля позвонил тебе и сказал: Серега, тут такое дело. Нет, ну, опять же, все, вот, как говорится, друзья помогли. Алексей Романов, к которому я приехал по нашим другим делам пообщаться. Угу. Мы пили кофе у него на террасе за городом. И тут вдруг он говорит: у нас есть полчаса, сейчас приедет Николай, разговаривать и записывать песню. Я говорю: хорошо, Леша, сейчас, ну, будем закругляться и... Он говорит: нет-нет, ты сиди, допивай кофе, я просто уйду в студию. Хорошо. И я достаю из сумки свой парфюм мужской, For Him, чтобы набрызгаться, нанести uh-huh. аромат и двигаться. И Николай приходит и говорит: да, что это у вас такое в руках? Ну-ка, покажите мне. Я говорю: вот аромат, и занимаюсь я, выпускаю парфюм. Я хочу парфюм для своего шоу. Как сможешь сделать? Правда. Я говорю: сможем. И мы сделали ему аромат. А бились долго, говоришь, потому что наверняка не могли удовлетворить, да, наверное, все время говорили, что ли, не говорил, то. Да. И искали, нотки и чего, вправо, да? Влево. А, объясню, почему. Он тоже без гендерного определения, то есть это унисекс. И мы сделали формулу такой, что на мужской коже он раскрывается по одному, на женской коже он раскрывается по-другому совершенно. Да вы что? Да, вот так мы назвали его «Игра», потому что он играет. Слушайте. Это длинный-длинный шлейфовый аромат. Ну, состав, расскажите, пожалуйста, Сергей, какие нотки? Состав, там есть и ваниль, там есть и пачули, сандал, и восток, и пряности, и русские, российские наши деревья, и березы, и дуб. Вот это важно, а мох? Нет, мха там нет. А солнечные зайчики? Солнечные зайчики есть, любовь и позитив, хорошее настроение.
Ну, ты вот вне эфира нам рассказывал, что там во время того, когда дарили эти самые духи, творилось что-то невероятное, да, в зале в Кремлевском дворце, его... там буквально вырывали друг у друга из рук. Вырывали, да, вырывали этот парфюм, который Николай дарил у себя на концерте. Его вынимали из подарочных пакетов, и убегали люди, и поставили охрану специально. А им стыдно, они смотрят. Друзья, если вы были среди тех, кто пытался урвать, выхватить и убежать, и спохитить, все в порядке. Если вам не достался флакончик, то теперь он может вам достаться, потому что в продажу поступит. Ты уже поступил. Поступил в продажу, да, вот как неделю мы его получили, всю партию, и вот сейчас продаем и поедем на выставку парфюмерии косметики в Уфу, где также презентуем этот аромат, так что те люди, кто смотрит нас в других городах, приходите на выставку. А вообще вот эта вот история унисекс, она очень удобная. Чего там напрягаться, да, вот это вот для женщин отдельно, для мужчин? Нет, мы напрягались и для женщин, и для мужчин. В нашей новой линейке мы сделали 5 мужских, 5 женских ароматов, посадили фокус-группу, дали послушать и сказать свое резюме, и поняли, что мы немножко с нашими пристрастиями ошиблись, потому что продолжим, никогда... Сереж. Да. Представим, крылья расправим и полетим туда, где за окнами спален прямо скалы, сердце бьется волна. Оставим дела и вместе останемся мы наедине. Давай чувства раскроем, просто немного воли дадим весне. Море волнуется, раскроем себя в глаз. Давай забудем то, что все люди что-то хотят. Расстояние длиною в жизни. Звезд с тобой мы путь млечный, и с тобой мы знак бесконечности. Беспечность, клавиш, клавиш, меня не размениваясь меняешь. Расставляешь все на свои места. Мы с тобой драконы, принцесса. Давай выкинем вещи и сотрем номера, телефоны, книжки. Мы с тобой будем вечно гореть, а вокруг все погаснут, будто бы вспышки. Дышим, слышишь, я прошу ближе, будь ко мне в эту вьюгу. И мы перепишем все вокруг, оставим друг друга. Море волнуется, раскроем себя в глаз. Давай забудем то, что все люди что-то хотят от нас. Но я не море, меня не волнует, меня накроет волною прибой. Я буду с тобой, я готова я стать твой бен без боя. Любовь с головою. Номера поменяем, мы никогда не активируем сим. И мы звезды достанем вместе руками прямо с ночных небес. Мы разбили на части, словно на счастье, столько уже сердец. Море волнуется, раскроем себя в глаз. Давай забудем то, что все люди что-то хотят. Пожалуйста, Ром, морской бриз, лаванда, лимон, мята, бобы тонко. А я тебе отвечу: плющ, черная смородина, красная смородина, малина, мускус, белый сахар. Александра. А морской бриз как можно передать? Ну, это тоже секрет. Вот мы его так обозначили, чтобы. Ну, бриз еще можно, вот как солнечных зайчиков передать. Не были бы тогда так уникальны эти запахи и ароматы Сергея Губанова, если бы все знали, как изобразить солнечного зайчика в парфюме. Ну, мы вот только что выяснили, друзья, оказывается, не только замечательные духи и парфюм, оказывается, там еще и крем чудесный есть. И появился у нас теперь в линейке крем, называется он Cheerful Morning, бодрое утро. Это разрабатывала компания Руссо Фабела, который занимается тоже косметикой. Они выпускают потрясающую косметику, основанную на натуральных маслах. Там нет никаких искусственных консервантов. Все только, да, все только природное. Поэтому небольшой срок хранения, полгода. И действие потрясающее. Я когда разговаривал с
руководителем компании Еленой Жировой, Ириной, ее помощницей. Мы долго-долго обсуждали, я говорю: девушки, ну мне надо вот такое, чтобы я утром, приехавший после поезда ночного в Питер, вот я встал бы, сходил в душ, нанес на лицо какое-то волшебное средство, и я понял, что и лет утро... десяток с плеч долой. И вся бессонная ночь, да, с плеч долой. Слушай, немножко крема Зазела такой. Да, да, отлично. С плеч долой, и говорю: можем мы это сделать? И говорю: да. Потому что это тоже российская компания, которая занимается потрясающими изобретениями. У них очень большое направление. И они сделали вот этот крем, появился. Мы тоже его везем на выставку в Уфу, на презентацию 26 по 29 апреля. Сереж, а Лариса, супруга твоя, с которой вы уже невероятное количество лет вместе, большие молодцы. Она принимает участие вот, в выборе фокус этих аромат? Фокус-группа входит, да. Как фокус-группа, да. Но решающее больше нет, потому мнение... что детьми тоже надо кому-то заниматься. Ну, дети, подождите, у вас трое замечательных дочек. Ну, вот маленькая старшая дочка, уже 19, старше да? 20. 20 уже 20, исполнилось, да. Средняя 15 и маленькая 3,5. О, Катя, ну, конечно. Которая конечно, очень любит зеленый тогда. Цвет. И у нас есть вот потрясающий аромат Green. Специально? Она каждое утро встает на стульчик, берет, приятно, он еще в зеленой коробочке, морской в такой салатовой. Да, 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 да. И наносит себе на волосы один раз. Она говорит: надо один раз делать. Пшик. А, Сереж, скажи, здорово. Пожалуйста, ты вот понятно, что эту продукцию, конечно, продвигаешь ее, продумал. Ты действительно считаешь лучшим на сегодняшний день вот именно свой парфюм? Я действительно считаю лучшим, потому что здесь потрясающего качества масла. Мы делаем это на совесть, чтобы, так сказать, не было стыдно за свои слова, потому что предлагаю в основном как лицо... И назвал своим именем. Да. Мне нельзя, как сказать, ну, упасть в грязь лицом, а нужно, чтобы было все на должном уровне. И я сам ношу свой парфюм. Вот сегодня на мне надет костюм с черным перцем. Так. Аромат прекрасный, да. Утро у меня началось с ним. И доступная цена, потому что мы все-таки бьем стереотип. Мы сказали, что французская роскошь может быть доступной. И она должна быть доступной. И аромат можно носить утром один, днем другой, а вечером... В общем, санкции нам не страшны. С нами Сергей как Губанов. Это прекрасно. Мы еще немножко пообщаемся с нашим гостем, друзья, телерадиоканал «Страна FM». Ну и без музыки нам тоже никак нельзя. Нарисую я прямую вечностью длиной, да такую, чтобы бури и грозы надо мной, чтоб метели акварели краской разлеглись, и пройду прямую эту я длиною в жизнь. Смотришь мне высоко, высоко, где бы не был, очень сложно. Кто сказал, что будет легко? Кто сказал, что будет легко? Что будет легко? Я не скрою, что со мною сложно рядом быть, и прошу прощения снова, что могу любить. Рисую я прямую вечностью длиной, но душе моей заблудшей не найти покой. А тебя мне так немного, надо только лишь, чтобы миг прожил со мною, но длиною в жизнь. Смотришь мне. Высоко, высоко.
Легко и непринужденно, дорогие друзья, летит время, а нам хотелось бы еще о многом расспросить Сергея Губанова. Да, на самом деле это так, друзья. То, ну, если у вас вдруг какая-то сокралась хоть малейшая такая нотка сомнения, что это, дескать, реклама, уже вот дошли, нет абсолютно никакой рекламы. Нам действительно с огромным удовольствием хотелось пообщаться с Сергеем. Слушайте, ну не каждый день такое происходит. Действительно такое, потому что, ну, мы правда гордимся, что у нас такие граждане в нашей стране. Талантливые, красивые актеры, замечательные парфюмеры, которые в итоге-то прославляют и нашу страну тоже. Ты собираешься за рубеж, ты делаем. Уже идешь за рубеж, уже да. В Голливуд отправлены духи. Отправлен парфюм, вот, пожалуйста, да. Знай наших. Хотелось бы вот что узнать. Как вообще, ну, мы, например, где пойдем и купим? Расскажи, да. Да, вот Роме жене надо купить духи. Где? Ну, а почему Рома и себе что-то... Мы стоим в нескольких магазинах в Москве, мы стоим в Доме российской моды на Киевском. Это такое вот большое, так сказать, сообщество наших российских производителей, модельеров, кто шьет одежду, производит парфюм, косметику и так далее, там сумки, куртки. Вот там мы стоим, у них можно купить. И также у нас есть сайт, называется он sergeygubanov.com, и наш телефон, по которому тоже можно будет позвонить. У нас сайте есть. Мне вот очень понравилась твоя фраза, что не обязательно заказывать. Вы зайдите тогда, можете оставить просто отзыв. Что это интересно тоже, да, почитать, да, узнать. Да, да. Там случаются такие истории, когда вот бывают розыгрыши, я кому-то, выигравшему этот розыгрыш, дарю приз, и как бы мы забываем об этом, но получил человек и получил. И тут вдруг приходит сообщение, у вас отзыв на сайте. Я начинаю читать, думаю, боже мой, как приятно. Мода хвалебная такая. Ну, не то, что хвалебная, но то, что вот мы вложили, то, что прочли наши мысли, что мы хотели донести, и это написано, нам очень приятно. Сереж, как можно человека прочитать по его аромату? Человека можно прочитать легко. Если аромат очень тяжелый, если значит, аромат человек Губанова, сомневается значит, в себе. Хороший так, человек. А если аромат Сергея Губанова, значит, человек хороший, открытый. Лучший. Весной самые модные ароматы, скажи вот на весну. Весной хард, смородина красная, черная, с листьями малинки он у нас есть. И обязательно слива. Персик, маракуйя, это секьюлор. Так, все, уходим, все наносим. Спасибо. На себя срочно, Сергей Губанов. До новых встреч. Спасибо большое, пока.